Мне иногда, не часто, заметьте, а иногда задают вопрос по поводу того, что же такое просветление и осознанность. И как я ощущаю, многие считают, что просветление – это сидение под деревом, так как дерева бодхи у нас нету, то под любым деревом сидеть с, вот в такой позе, спонтом ничего не думать, и вот это и есть медитация, осознанность и просветление. Нет, друзья мои, к сожалению, это не так. Медитативность, осознанность и просветление – это постоянный контроль самого себя, тяжелейший контроль на протяжении всей своей жизни, сколько нам там осталось, кому сколько. То есть это ежедневные решения проблем. И здесь Будда правильно сказал, серединный путь. Находитесь в этом мире, да, но не будьте его частью. А находиться в этом мире приходится. А этот мир достаточно жестокий. Это было и раньше, это было и при советской власти, скажу я, тем, так сказать, своим одногодкам. Это сложно и сейчас. Молодежь отлично из этого тоже выпутывается. Поэтому каждодневно, ежечасно, ежеминутно, ежесекундно ощущение того, что ты контролируешь ситуацию, что ты находишься в центре, а не на периферии. То есть если ты, предположим, кушаешь, ты должен думать о еде. А если ты садишься на трамвай или в маршрутку, ты должен находиться здесь и сейчас, в этом месте. А это очень тяжелый труд. И просветление, и осознанность – это тяжелая духовная работа, которая, кстати, завязана еще и на очищение своего организма. Не только на очищение своей души, но и очищение своего организма, лечение своего организма и приведение себя в то состояние, которое нужно было бы Создателю, потому что Создатель хочет видеть человека как подобие и образец Создателя. На сегодня все.